университете Девития Грации большой праздник. В субботу 11 июня 52 студента стали обладателями дипломов об образовании. Выпускники получили знания в области богословия, миссиологии, социальной работы, а также менеджмента. В переполненном зале капеллы собрались студенты, преподаватели, родственники выпускников, а также партнеры, которые уже много лет подряд поддерживают духовное образование Молдовы. Ректор университета Сергей Наместник, приветствуя собравшихся, напомнил, что Девития Грации начал свою деятельность в 1994 году. Девития Грация де лінгва латина означает «богатство» или «харви». Девития Грация с латинского языка переводится как «богатство, благодать». На протяжении прошедших лет мы двигались по вере, познавая Господа и посвящая себя на служение Ему. И все мы были свидетелями действия Божьей благодати в обучении и служении наших студентов последние 22 года, отметил Сергей Наместник. К праздничному собранию была подготовлена богатая музыкальная программа. Особые благоговения собравшихся вызвал хор студентов университета под управлением Олега Бисика. В ее исполнении прозвучал знаменитый гимн студентов «Гаудемус», а также псалмы «Ты чудесный Бог», «Он искупитель», «Он умер на кресте» и другие. В программе также принял участие известный в нашей стране коллектив семьи Кирни. В сопровождении умиляющих сердце скрипок и пианино музыканты исполнили песни «Наш Бог живой, Он всемогущий», «Как лань желает», «In Christ Alone», а также некоторые музыкальные композиции. Отец семейства, брат Сергей Кирнев, поделился тем, как их семья трудится в деле благовестия, посещая страны Ближнего Востока, в том числе и те, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Выпускников поздравили и дали свои напутствия зарубежные гости, поддерживающий духовное и материальное обучение студентов в Молдове. Среди них Пол Бич, который представляет организацию Case Ministers, академический декан TCMI Питер Пеннер, вице-президент Ассоциации Баптистов по евангелизации мира Дуэйн Эрли, а также представитель Восточной христианской миссии Галус Танхеймер. Епископ Союза Церквей ЕХБ Ион Мирон, который является также преподавателем университета, в своем наставлении выпускникам обратил их внимание на слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея 4:10. Богочестие скрис. Ибо написано: Домнului, Dumnezeului tău се служești și numai Lui se te închini. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Cred că acesta este scopul principal pentru care noi cu toții suntem aici. Я думаю, что это главная цель, ради которой мы собрались на этом месте. Ca să ne închinăm numai lui Dumnezeu, чтобы поклониться только Богу, și să-i slujim numai lui, и служить лишь Ему. Он призывал всех служителей постоянно преображаться в образе Иисуса Христа, смотреть на служение глазами Господа и никогда не ослабевать в служении. С благодарностью и теплом выпускники отзывались о своих преподавателях, да и о всех сотрудниках университета Девития Грации. «Спасибо вам, не уставали повторять они». Вы не только рассказали нам об Иисусе Христе, но показали нам Его на личном примере. С трепетом и радостью, услышав свою фамилию, выпускники выходили наперед, чтобы получить диплом из рук самого ректора. А на выходе из сцены их уже ждали родные и друзья с цветами и добрыми словами поздравления. Особые эмоции, которые выразились в слезах и бурных аплодисментах, вызвало у участников праздничного собрания появление на сцене выпускника группы S15 Калина Гаврилицы. Брат Калин, несмотря на проблемы со зрением, не просто закончил обучение на факультете социального служения, но получил очень высокие оценки своего знания.
Doamne, călăuzește-i în slujirea care Tu i-ai chemat. Мы просим, чтобы Ты дал им Твое водительство, то служение, к которому Ты призвал их. Binecuvântă-i cu viziune, ca să vadă ce să facă pentru Tine. Открой им Твое видение, чтобы они могли понять, что они могут сделать для Тебя. Păi un instrument de binecuvântare în mâinile Tale. Съделай их инструментами в Твоих божественных руках. Și astfel, Doamne, împărăția Ta să se lărgească prin ei. Чтобы царство Твое через них могло расширяться. В конце служения преподаватели и служители благословили выпускников особой молитвой, которую совершил епископ Союза Церквей ЕГБ Ион Мирон. Служение, длившееся более 3 часов, прошло в новопостроенном здании, которое было освящено днем раньше. При поддержке друзей и партнеров ко дню выпуска университет Дивитие Грация получил драгоценный подарок – просторные классы, большой актовый зал, а также вспомогательные помещения. Благодаря этому некоторые комнаты старого здания теперь можно будет использовать для общежития, что создаст больше возможностей для образования тем, кто проживает за пределами Тишинева. После служения общение гостей и студентов продолжилось за обеденным столом. Участники продолжали делиться друг с другом сердечной радостью и богатством благодати, исходящим от Господа Иисуса Христа, который является истинным источником знания.